18 сентября на одной из площадок спортивного комплекса «Красная звезда» прошел традиционный всероссийский турнир по уличному баскетболу «Оранжевый мяч». В этом году популярные соревнования прошли в рамках празднования Дня города. В 5 возрастных категориях состязались 116 мужских и женских команд. Ждем баскетбольных соревнований, чтобы собраться со всей нашей компанией баскетбольной, встретиться, поиграть. Как бы развлечься, и бонусом то, что еще такой праздник, День города. Яркое соперничество было в группе старше 19 лет. В споре женщин отличился квартет Brawl Stars. В состязании мужчин золотые медали выиграла команда DaBasket. Здесь больше движений, открытых бросков. Именно скорость хорошо обыгрывать можно один на один. Броски сверху засчитываются как больше такие красивые броски. Напряженные поединки можно было наблюдать в юношеских возрастных категориях. В турнире спортсменов 17-18 лет победила команда «Морские дьяволы». Готовили к стритболу. Все, что хотели, все получилось. Сыграли, выиграли. Потрясающая самоотдача в состязании самых юных участников турнира – баскетболистов 10-13 лет. В своих возрастных категориях золотые медали выиграли команды «Садко» и «Победа». Председатель областной федерации баскетбола Вячеслав Ухов внимательно следил за поединками турнира. Уличный баскетбол тем и хорош, что здесь проявляется не классическая техника, а индивидуальная. Все-таки игра на открытом воздухе, где и ветер, и асфальт. И здесь как раз проявляются те навыки, которые ребята получают, именно играя на улице.